2000-х Армен Саркисян был в Армении с долгосрочной программой. Тогда он рассказал мне о провале плана по его физическому уничтожению, который спланировал лично Роберт Кочерян. Кочерян всегда считал Армена Саркисяна своим главным конкурентом и угрозой. Как передает Даяс, со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Национального собрания Арман Бабаджанян. Напомню, что Кочерян в 1997 году занял пост премьера сразу после отставки Армена Саркисяна, который занимал эту должность 5-6 месяцев. О плане убийства Армен Саркисян узнал от спецслужб иностранных государств. Те, в свою очередь, эвакуировали Саркисяна из Армении. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.